Всем привет! Это мы движемся на Seafisher 610, катамаран водоизмещающего типа. Передний у нас кокпит, как кают-компания сделан. Это комендантский с рулевой консолью. Ну, здесь самый минимум необходимый приборов. Двигатель стоит 9,9 лошадиных сил Mercury. Трехтактным дистанционным управлением. Очень много вопросов, хватает ли вот таких моторчиков 9,9, там, ну, 15 лошадиных сил для движения. Вот сейчас мы идем на холостых оборотах по равнинной реке Северский Донец. Скорость порядка 7 километров в час. Вот сейчас мы немножко добавим доску. Вот у нас пошли средние обороты. Как видим, при таком движении и мотор не напрягает. Сейчас скорость порядка уже 15 км в час. Хороший прогулочный, экономичный режим движения. Сейчас вот я немножко добавлю газа, ну, не немножко, на полную. Ну и вот скорость порядка 20 км в час. Очень комфортно, очень спокойно. И при этом двигатель работает не шумно, адекватно. Так что, как видите, именно вот таких вот моторов вполне достаточно для наших катамаранов.